Автопробег противников строительства завода «Кроношпан» прошел в Уфе 25 августа. В нем приняло участие около 300 автомобилей, которые практически парализовали движение транспорта в столице Башкирии. Он взял старт в 13 часов дня в районе палаточного лагеря, который существует уже около месяца и служит заградительным барьером для проезда спецтехники на территорию предполагаемой стройки. На сегодняшний день протестующие добились приостановки строительства по распоряжению Росстройнадзора, но считают это достижение промежуточным. Ведь чиновники обманывали граждан уже не раз и не два. Отправившись в ДК машиностроителей, протестующие провели там небольшой митинг, после чего объявили сбор у Дворца спорта, где собралось около 1500 недовольных уфимцев. Местным чиновникам становится все труднее игнорировать требования граждан, а к осени активность населения, безусловно, возрастет. Так что история противостояния с властью в этом регионе только начинается. Прошел наш автопробег, еще, конечно, не заключился, еще второй этап будет. Сейчас мы направимся обратно, поедем на Кроношпан. Прошел он достаточно удачно, народу собралось очень много. Сейчас вот народ подъехал на Дворец спорта. Мы здесь митингуем против строительства Кроношпана. Нет Кроношпана! За Башкирию без Кроношпана! За чистый воздух! Эдуард Платонов, Уфа, Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Москва, Политвестник ТВ. Нет Кроношпану! Нет Кроношпану!